ним? Здесь кровь. Похоже, он мертв. Добрый день. Раз. Два. Три. Четыре, пять. Я тебя иду искать. Ясно дело, мертвый. Штольмана надо вызывать, дело-то серьезное. Да уж как пить дать, господин следователь разберется. От чего же он умер? Судя по всему, убийство. Жестокое зрелище, не для чувствительной натуры. Это ужасно. Зачем я только остановилась? Теперь всюду будет мерещиться. Давайте уйдем отсюда, я знаю, что вам поможет. Позвольте. Благодарю. Этот воротничок прелестно подойдет под твое голубое платье. Мама, я прошу вас, избавьте меня от объяснений с Разумовским. Нет, это я прошу тебя. Я умоляю тебя, подумай хорошо. Над предложением, князь? Над каким предложением? Он мне не делал предложение. Так сделает. Сегодня же. Нет, я не могу и не хочу с ним разговаривать. Но как же? Очень просто. Он к вам пришел просить моей руки. Вот от вас и получит отказ. Нет, так нельзя. Ты должна ему дать возможность. Почему он тогда пришел к вам, а не ко мне? Вообще-то так принято. При ночных домах сначала прийти к родителям. Я не понимаю этих обычаев. Это домострой какой-то. Анна, я прошу тебя. Это нонсенс. Я вообще не могу понять, как Кириллу Владимировичу в голову пришло, что я могу быть его женой. Ты так говоришь? Вот я тебе сделал предложение, сапожник. Князь Разумовский — прекрасная партия. Мама! Анна! Скоро подойдет следователь Штольман. Скоро. Скоро. А вы знакомы? Да. Имею честь знать довольно близко. Я полагаю, это убийство будет раскрыто за пару дней. Вы скажите, столько преступлений вокруг. Представьте себе, наша горничная сбежала 2 недели назад, прихватив все столовое серебро. Дядя обратился в полицию, но с тех пор ни слуха, ни духа. Вот как. Mm-hmm. Ну, если вам будет угодно, я мог бы по-свойски навести о ней справки. Как ее зовут? Татьяна Молчанова. Буду вам очень признательна. Татьяна? Mm-hmm. Молчанова. Ну, хорошо. А вы, стало быть, здесь живете с дядей? Он мой дальний родственник. Я сирота, он принял меня в дом, когда я была маленькая. Mm-hmm. Воеводина Полина Андреевна. Миронов Петр Иванович. Очень приятно. Ну, очень. А вон, к слову сказать, и следователь. Вы будьте любезны, подождите меня некоторое время здесь. Я с ним хочу поговорить. Конечно. Неужели средь бела дня стреляли? Средь бела дня. Опросите прохожих, соседей. Кто-то же должен был видеть убийцу. Разумеется. Масло в груди. Так известно, что убийца. Как известно? Так это же основной подпоручик Замятин. Он себя во дворе по бутылкам стреляет. Сегодня стрелял. Видно, палит каждый день. Всех соседей замочил. Управы на него нет. Сколько уж жаловались. Где живет? Там его двор. Вполне могла быть шальная пуля этого стрелка. Давайте-ка его сюда. Дозвольте я. Вы телом займитесь. Яков Платонович. Мое почтение. День добрый, а вы? Это ведь я его обнаружил. Первым. Иду, смотрю, лежит. Когда? В котором часу?
Ну уж. Расходимся. Полчаса там никак, не меньше. Яков Платоныч, он живой еще. Как живой? Помогите. В больницу его везите. Трогай, гони! Проследите там и постарайтесь опросить сразу. Да. Это очень странно, однако. Очень, очень странно. Я ведь собственноручно пробовал пульс. Всякий может ошибиться, я тоже сразу не понял. Странно. Яков Платоныч, можно вас на минуточку? Яков Платоныч, есть ли новости по делу Татьяны Молчановой? А вы почему интересуетесь? Так знакомый интересуется. Нет, пока нет. Ее не нашли. Ни слуху, ни духу впору Анну Викторовну подключать. Фу. Анне Викторовне сейчас совсем не до расследования. А что случилось? Ну, так князь просил ее руки. Просил руки. Да. Да. Так что все смешалось. Все в смятении в нашем доме. А... Ладно. Могу ли я рассчитывать, если все-таки новости будут, что вы дадите знать? Да, да, конечно. Благодарю. Пошел, вроде. Нет его. С утра стрелял, потом куда-то ушел. Никто не знает. Найдите его, управление его. Слушаюсь. За мной. Представьте себе, мертвец жив. Как? Вот так. Пришел в себя. Сейчас в больницу повезли. В больницу? Надо же. Такой вот случай чудесного воскрешения. Удивительно. Я вижу, вы все еще под впечатлением. Да, я все думаю, как же он там лежал один, без помощи. Ну, вы все-таки чересчур. Право слово, чересчур впечатлительно. Я полагаю, еще одна чашечка шоколада не повредит. И, кстати говоря, по поводу вашей служанки, полицейскому департаменту пока ничего не известно на этот счет. Но я мог бы, по крайней мере, попытаться выяснить, жива ли она. Благодарю. Антон Ильич, здравствуйте. Здравствуйте, как он? Он плохо, но в сознании. Дело в том, что пуля вошла на уровне третьего позвонка и застряла, ну, где-то в области миссонного треугольника. Я говорю, где-то по той причине, что даже зондировать в этой области не представляется возможным. Вы говорите, застряла, но вы собираетесь ее извлечь? Это нереально. Оперировать рядом с сонной артерией – это просто зарезать человека на операционном столе. Но если ее не извлечь, он все равно умрет. Вы правы. Увы, он обречен. Да. Смерть менее мучительна, нежели ее ожидания. Что я могу сказать? Случай, мягко говоря, неординарный и очень велика кровопотеря. Скажите, а он в состоянии говорить? Да, у него, кстати, сейчас супруга. Вы позволите? Прошу. Прибери все. Там. Прибери и это. Здравствуйте. Хочу вам представить. Госпожа Сушкова, супруга Афанасия Андреевича. Угу. Коробейников Антон Андреевич, помощник начальника сыскного отделения. С вашего позволения, я должен поговорить с вашим мужем. А мне уйти? Я в коридоре подожду. Нет. Домой иди, сделай так, как я сказал. И белья мне чистого принеси. Конечно, конечно. Скажите, как ваше имя? Афанасий Андреевич. Кем служите? На городском почтамте. Коллежский секретарь.
Вы видели, кто в вас стрелял? Нет, не видел. Не знаю, кто. Если вас не затруднит, опишите ситуацию, как это произошло. Я шел по улице, и вдруг что-то ужалило меня в шею. А выстрел вы слышали? Были какие-то выстрелы. Какие-то? То есть их было несколько? Не знаю, не помню. Извините меня великодушно, у меня в голове все мутится. Понимаю. Быть может, вы знаете, кто мог желать вам зла или смерти? Были ли у вас враги, недоброжелатели? Я служу в почтамте 30 лет. Ну, какие у меня недоброжелатели? Да. Там стреляли в стороне где-то. То есть, возможно, стреляли не в вас. Вы это хотите сказать? Думаете, шальная пуля? Ну что ж, не смею вас больше мучить. Аннет, я только что на улице нашел мертвеца. Приехала полиция, и мертвец пожил. Бодрое утро. Воистину бодрое. Кстати, для Якова Платоновича тоже. Он аж побледнел, когда услышал новость. Какую новость? Известно, какую новость. А тебе я, князь. Ты что? Зачем ты это сделал? Да пусть. Ну, пускай. Ты вообрази, он аж побледнел. Побледнел? Ты просто какой-то интриган водевильный. Вот ты кто! Еще князь мне толком и предложение не сделал, а ты уже разносишь. Да пускай. Пускай пострадай. Ты мне только это пришел сообщить? Честно говоря, нет. Не вполне, не совсем. Мне нужна помощь. Я, видишь ли, познакомился тут с одной совершенно замечательной девушкой. Вот этот вот несчастный случай нас свел. И она просила разузнать о своей сбежавшей служанке. На предмет, жива ли. Да, я понимаю. Я мог бы, конечно, сказать, что контакт не случился, или придумать что-то еще, но она... Ты знаешь, она такая славная. И она такая беззащитная. Я поняла, я все сделаю. Как звали сбежавшую? Татьяна Молчанова. Я тебя благодарю, Аннет. Благодарю. Не стал бы тебе докучать, потому что, ну, понимаю, что... Но... Что, прям сейчас надо? А я бы к вечеру уже имел повод с ней повстречаться. Он жив. Повезли в больницу. Дух Татьяны Молчановой, явись. Дух Татьяны Молчановой, явись. Что с тобой случилось? Как ты умерла? Отпустите меня. Не наговаривать, я ничего не брала. Кто они? Там, за комодом. Что за комодом? Там, за комодом. Она умерла? Да. Но на мои вопросы она не отвечает. Только все время повторяет, что ничего не брала. Понятно, понятно. Благодарю тебя. Ангел мой,
Для первого раза этого вполне достаточно. А для меня вполне достаточно. Андрей Викторович. Добрый день. Яков Платоныч. Как вы? Хорошо. Слава богу, с утра никаких происшествий не случилось. Хотя я знаю, что у вас уже... Да, к счастью, пострадавший жив. А я от Разумовского попросил прислугу составить список, кто приходил накануне исчезновения Элис. Да, Элис, мне до сих пор, знаете, не верится, что она пропала. Одно дело закрыто, а здесь опять стрельба. Вас можно поздравить? С чем? Говорят, замуж выходите. Ну, это вы с чего взяли? Слышал, князь просит вашей руки. Просит? И что же? Вы что, согласились? Да нет, еще... Думаете? Да нет, я... Странно. А что странно? Что, мне нельзя сделать предложение, как любой другой девушке? Ну, почему же? Конечно, можно, но просто... Вчера мне показалось. Неужели это было только вчера? А если бы я вас не спросил, вы бы мне так ничего и не сказали? Ну что ж. Яков Платоныч! Да. А имя Тани Молчановой вам известно? Горничная, сбежавшая от домовладельца. Он сделал заявление 2 недели назад. Она мертва. Откуда вы? Она в розыске. Говорят, что прихватила с собой кое-что из столового серебра. Клянется, что ничего не брала. Все в столовой за комодом. Откуда вам это известно? Где она сама? Понятия не имею. Могу спросить? Спросите. Я приму это к сведению. Полина! Полина! Опять где-то шляется. Здравствуйте. День добрый, господин Воеводин. Да какой же он добрый. Господин следователь, есть новости? Есть. По некоторым свидетельствам, ваша горничная не совершала кражи. Вот как? Это по каким еще свидетельствам? Мы получили анонимку, в которой утверждают, что серебро, якобы похищенное вашей горничной, хранится здесь, в доме. Да вы что? И где же оно? В столовой. Вы позволите? Извольте. Прошу. Что ж, забыла их взять или не успела? Да уж, очень странно. А кто-нибудь еще в доме мог спрятать это серебро? Нет, никто не мог. В доме только я и моя воспитанница Полина. Она не могла. Зачем ей? А что, в доме больше никто не бывает? Нет. Да, ну, был секретарь еще, но я его уволил несколько месяцев назад. Причина? Обленился. Значит, получается, ваша горничная серебро не брала? Получается, что не брала.
Зато деньги украла. 20 рублей. Может быть, она в деревне у родных прячется? Да нет, проверяли мы, там нет ее. А вот и Полина. Представь, дорогая, ложки нашлись. Следователь Штольман, скажите, а может быть, вы знаете, кто мог спрятать это серебро за комод? За комод? Надо же. Так может, Татьяна припрятала, да забыла? Вот и я о том же говорю. Ну что ж, будем продолжать искать вашу горничную. Угу. Где ты шлялась? Не ваше дело. Иди, он ждет. Господи, за что мне это все? За что? Нам такая честь оказалась. Мама! Анна! Ну, я прошу тебя, Аннушка. Ну, не руби с плеча. Сначала выслушай, не отказывай сразу. Хорошо. Но это только из уважения к его возрасту. Вот и умничка. Скажу, что подумаю. Вот и умничка. Ну, иди, 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 моя девочка. Иди. Печальная картина. Сушков этот на ладан дышит. Но утверждает, что слышал несколько выстрелов. То есть, похоже, что его подстрелил поручик. Дело ясное. Я бы не стал так торопиться с выводами, Антон Андреевич. Пока его ищут, вы отправляйтесь к супруге пострадавшего, поговорите, присмотритесь. Да, и на почтам загляните, узнайте, что за человек был этот Сушков. Как себя на службе проявлял, ну и вообще. Понял. Будет исполнено. Я понимаю, Анна, вы были удивлены, я никогда не говорил вам о своих чувствах. Да, если честно, я и подумать не могла. Но для меня странно другое. Почему же вы ко мне не пришли? Зачем вы сразу пошли к моим родителям? Ну, поймите меня правильно. Я долго сомневался. Я измучился, Анна. Ведь у нас такая разница в возрасте. Ну, смею ли я? Могу ли надеяться на понимание? Я ведь не юноша уже, чтобы бросаться головой в омут под воздействием одних лишь чувств. И прежде чем потревожить вас, я решил узнать мнение ваших родителей. Ну, простите меня, если получилось как-то неуклюже. Я не могу вас понять, но и вы меня поймите. Для меня в союзе двух людей главное – взаимное чувство. Анна, позвольте мне сейчас не говорить о чувствах. Я, знаете, боюсь показаться смешным. Я просто прошу вашей руки. Я же вижу, как вам трудно. Ваш необыкновенный дар уносит вас все дальше и дальше, неведомо куда. Вы же понимаете, о чем я. Вам нужна опора. Вам нужен якорь, иначе эта пучина, она поглотит вас. Я могу стать такой опорой и вашей защитой. Я могу уберечь вас от опасностей, о которых вы даже еще не подозреваете. И обеспечу вам достойную жизнь. Тогда ваш дар, он сможет расцвести в полном своем величии. Анна, я только прошу вас, подумайте о моем предложении. Я подумаю. Это я могу вам обещать. Я буду счастлив видеть вас во всякое время и без церемоний. Звали. Ты что творишь? К чему это юродство? Зачем надо было прятать приборы? Я тебе что, денег мало даю? Так вы же сами их туда засунули. Передо мной это не играете. Дрянь. Какая же ты дрянь, а? Циничная, безжалостная. Как это я тебя такую воспитал? Да уж.
Воспитали в спаленке на славу. Да, на славу. На славу. Тебе что, плохо было? Жила, как у Христа, за пазухой. Что бы с тобой было, если б не я? Всю жизнь бы кувыркалась где-нибудь в борделе. Я и так с малолетства в борделе. С вашими повадками. Ну все, хватит. Что вы там решили? Вот, твоя взяла. Все тебе оставляю после моей смерти. Дом, имущество. Завещание составлено по всей форме. Да я и так бы тебе все оставил. К чему нужно было затевать этот дурацкий шантаж? Но есть одно условие. Ты остаешься со мной. Да? Будем жить, как жили, вместе. До самой моей смерти. А нужны вы мне очень, старый греховодник. Смотри, уйдешь, изменю завещание. А измените завещание, пойдете в Сибирь. Там скорее сдохнете. Оля, Полинушка, неужели ж у нас с тобой ничего хорошего не было? Я же тебя как отец любил. Это так отцы дочерей своих любят. Да плевать мне, как они любят. Я так люблю. Все тебе отдал. Врешь, а Танька? Да нет ее уже! Почему ты сбежала из дома? Я дома. Но тебя же ищут. Мне больно. А ты не старик. Ты не уводи. О ком ты говоришь? Убирайся! Я тебя не боюсь! Я полицию позову! Прошу прощения, я из полиции. Кто там? Это помощник следователя Коробейников. Мы с вами сегодня виделись в больнице. Добрый день. Можно я войду? На кого вы кричали? А ходят вокруг дома, за забор заглядывают. Вот камень в окно бросили. Вам угрожали? Нет. А кто же в окна вам камни бросает? Не знаю. Гольцы шалят.
Видимо, прознали, что женщина одинокая, беззащитная. Да. Я как раз по поводу ранения вашего супруга. А что же ранение? Он ни в чем не виноват. Горе-то какое. Вы знаете, никто его не обвиняет. Не волнуйтесь. Напротив, хочется узнать все детали и найти виновных. С кем водил знакомство ваш супруг? Знакомство, да? Если только товарищи по работе, и то поприветствовать на улице друг друга, а так? Ну да. А может быть, какие-то новые знакомые? Нет. Там какие-то газеты. Вы позволите? А это я на улице нашла. Печку топить. Ответьте, кто в вашем доме занимается секретной перепиской? Не знаю. Это не мое. Я на улице нашла. Для печки. Вы понимаете, что по вырезанным буквам можно легко восстановить составленное из них послание? Я заберу это, и у меня будут еще вопросы к вам и к вашему супругу. Всего доброго. Одна сумасшедшая от вас сбежала. Вы решили завести себе другую? А я вас не понимаю. Отлично вы все понимаете. Вы сделали предложение Мироновой? Сделал. С ума сошли? Понятно. В ближайшее время на вас можно не рассчитывать. Что вы, собственно, имеете в виду, Нина? Ну как же. Молодая жена, медовый месяц, все дела по боку. Вы уже решили, куда вы поедете в свадебное путешествие? Ницца, Баден-Баден. Перестаньте. Я отказываюсь верить, что вы готовы сделать такую глупость. Неужели вы ревнуете, Нина? О чем вы говорите? О чем вы думаете? Я прежде всего думаю о деле. О деле? Да. Она никогда не примет вашу сторону. Даже если вы затащите ее в постель. Послушайте, вы забываетесь. Сближение с ней смертельно опасно. Что она сделает, когда узнает о вас всю правду? Вы закончите свои дни в каземате Петропавловской крепости. Ну, могу же я, в конце концов, влюбиться? Идите к черту. Я за вами в Сибирь не поеду. Вот так Сушков. Простой почтовый чиновник. Но за ним что-то кроется, что-то здесь не так. Извольте взглянуть, газеты. Наш Затонский телеграф. Вот. Казалось бы, ничего особенного, верно? А вы взгляните. Голыми руками, можно сказать, из пламени выхватил. Жена Сушкова хотела сжечь. Зачем? Он буквы вырезал. Но это только начало. Эту спиртовку я нашел в его рабочем столе на почте. Примечательно, что никто никогда не видел, чтобы он ею пользовался. И это еще не все. Внимание. Вот. Еще одна газета? Нет. Буква. Она завалилась в ящике стола. Я нашел при свидетелях, так что он не отвертится. Отличная работа, Антон Андреевич. Это улика. Угу. А чем еще знаменит этот Сушков? По отзывам начальства, он пунктуален, приходил вовремя, уходил позже других. С неба звезд не хватал, но старатель. Да нет, чем он на почте занимался? Письма, корреспонденция. Вот, письма. Он мог вскрыть чье-то письмо, узнать чужую тайну и шантажировать этим. Это интересно. Но это только одна из версий. И тогда в него стрелял тот, кого он шантажировал. Или подпоручик все-таки сразил его шальной пулей. Ну, он же писал эти анонимки. Явно писал.
Добрый день. Письмо госпожи Войодиной. Лично в руки. Это я. Спасибо. Они приходили. Ходят за мной везде. Умру я. И я. Они убьют меня. Стой на своем, никуда они не тянутся. Да ты слышишь меня, нет? Они следили за мной. Так ясное дело. Ты же эту кашу заварила. А я говорил тебе, не связывайся с ними, уж больно они какие-то прытки. Полиция приходила, газеты нашли. Дура, я же сказал сжечь их. Не успела. Дура. А если они не хотят платить? Хозяин заплатит. Вот к нему-то я и пойду. Вот сюда. Сюда? Знаете, это прям счастье какое-то видеть вас. Мне очень приятно, что вы помните обо мне. Я помню. Помню, что обещал. Мне удалось узнать, что, к сожалению, мертва ваша беглянка. Как? Как это произошло? Где? Как она умерла? Не могу сказать, неизвестно. О, боже мой. Да, день сегодня какой-то. Да? Вы обещаете, что как только узнаете всю правду, скажете мне первым? Разумеется, конечно. Так а что вас так тревожит? Может быть, вам все мне рассказать? Вы мне поможете? С радостью. Дело в том, что мне просто больше не к кому обратиться, а вот этот человек раненый, он перехватывал мои личные письма и вскрыл их, шантажируя меня. Что вы говорите? Вот так? Да. И, видимо, шантажировал не только меня, поэтому ему кто-то отомстил. Так, может быть, следует обратиться в полицию? Я не могу. Это слишком личные письма. И хранятся они в его доме. Угу. А чем он мог вас шантажировать? Дело в том, что мой дядя, он ревновал меня к своему секретарю и его уволил. Эти письма я писала секретарю, а Сушков грозился, что покажет их дяде. Понимаете? Понимаю. Значит, письма вы считаете у него дома? Я уверена. Все с ума посходили. Кругом один шантаж. Значит, ваш супруг штемпельные письма вскрывал. Какая прелесть. Как хорошо, что я давным-давно уже никому не писал. А вот в письмах вашей воспитанницы к уволенному вами секретарю вполне явственно описаны развратные ваши отношения и совращение вами несовершеннолетней горничной Татьяны. Вот мерзавцы, а? Где же эти письма? Вот. Но я вам их в руки не дам. И предупреждаю, не стоит применять силу. Вам прочитать? Извольте. Доставьте удовольствие. Боров-то наш уже склонил к сожительству Таньку. Рыдала у меня на груди, спрашивала, что ей делать, как жить. Теперь-то он от нас никуда не денется. Да. Хотел поговорить с тобой. Знаешь, я приму любое твое решение, да и Маша тоже. Однако, прежде чем что-либо решить, я прошу тебя, подумай хорошенько. Мне не важны
титул твоего избранника или его состояние. Важно только одно, чтобы ты была счастлива. Однако рядом с тобой никого нет, кроме твоих теней. Папа. Одним словом, если тебе и в самом деле никто не нужен, возможно, князь – это и лучшая партия. Пап, я подумаю. Не уйти мне из этого дома, никогда не уйти. Из какого дома? Из дома мучителя моего. Кто? Кто твой мучитель? Я хочу домой, я хочу к маме, я к батюшке хочу, пожалуйста, прошу вас, отпустите меня, пожалуйста. Таня хныкала все время, глаза на мокром месте. Ну вот уже 2 дня, как ее нет. Боров говорит, что она сбежала и деньги прихватила. Но я-то знаю, что на самом деле. Дайте-ка мне эти письма. Выстрел услышат. Да нет, дом на отшибе, стены толстенные. Письма сюда! Стой! Убью! Стой! Убью! Почтамте в вашем рабочем столе. Мы нашли спиртовку, которую вы, вероятно, использовали для вскрытия конвертов. И газету мы там нашли, из которой вы вырезали буквы. Зря стараетесь. Мне уже все равно. Но факт шантажа вы не отрицаете? Не отрицаю. А какая теперь разница? Я скоро предстану перед судом, который не чета вашему. Но если вам все равно, так расскажите все, как было. А с чего это я должен перед вами исповедоваться? А жена ваша? Жива-здорова, умирать не собирается, ведь на каторгу пойдет. Это если вы найдете доказательства против нее. Мне сказали, что вас можно здесь найти. Да? Что-то случилось? Я все об этой Татьяне. Она не выходила из дома. Не понимаю, что вы хотите сказать. Но она сама мне сказала, что она не выходила из дома своего мучителя. Помилуйте, господин Воеводин, уважаемый человек, солидный гражданин. И что? Вы можете хотя бы обыск в его доме провести? А что искать? Тело. При всем уважении, Анна Викторовна знает, что вы часто бываете правы. Это немыслимо. Но приборы ведь вы нашли. Но это не повод подозревать господина Воеводина в убийстве. Хорошо. Хорошо, я все поняла. Я сама попробую что-нибудь сделать. Ну да, на меня же у вас надежды нет? Да все мои надежды только на вас. Вот. Вот эту записку мне оставила Элис. В солдатике. И что значит этот текст? Я не знаю, это зашифровано. Так же, как в ее тетради. Хорошо, я возьму с собой, попробую расшифровать. Яков Платонович, я очень вас прошу.
Найдите ее. Я надеюсь, что это поможет. А когда и где вы нашли эту записку? В ее комнате в тот же день. А почему мне не показали? Потому что я думала, что вы более важными делами заняты. Пожалуйста, не оставляйте поисков. Найдите. Ведь она только нам двоим нужна. И князю. Больше ничего не хотите мне сказать? Нет.